Слава, привет. Здрасте. Вот ты один из главных героев детской сказки. Лишь один из главных. Я главный герой. Главный герой. История. Ты главный герой детской сказки. Как вообще детская сказка? Герой, главное, еще героиня есть. У нас Кирочка, маленькая девочка. Это ее дебют в кино. А герой, главный, у нас в сказке я. Вот. Собственно. 16-15. Короткая речь Ее Величества Королевы. Самый лучший из королев. В 16:30 торжественная церемония. Забвение. Вообще формат детской сказки это немножко такая сейчас какая-то уже, знаешь, отжившая история. Для кого как? Для меня как для человека, работающего на телевизоре, и с телевизором, для меня это, наоборот, такая очень долгожданная история. У меня есть киноработы, и достаточно долго, ну как долго, наверное, долго, 3 года я нигде не снимался ни в одной картине киношной, именно по той причине, что не было какой-то подходящей истории, подходящего материала, ну, какой-то темы, ноты и так далее, и тому подобное, и роли, если угодно. И вот впервые за эти 3 сезона мне предложили вот то, что я как раз хочу услышать и хочу, собственно, в чем себя попробовать. Это детский материал, детская сказка. Вот, и я безумно, бесконечно счастлив. Невероятная творческая история. Режиссер Оля очень талантливая, на мой взгляд, знает, что хочет. Художественные решения, костюмы от Ани Чистовой и Эндауровой. Они вот делают костюмы невероятные, такой яркий грим, яркое вообще, яркое прочтение такого образа. И самое главное, история интересная, что вот редко бывает в последнее время вообще, в принципе, в кино, тем более в каком-то таком, ну, знаете, новом. История невероятно интересная. Я, будучи все-таки взрослым мальчиком, читал ее просто с открытым ртом, вот так, с невероятным каким-то чувством того, что сказки еще какие-то могут заинтересовать взрослых. Это первое. Ну, а самое главное, знаете, как говорил Винни-Пух, говорите людям добро, чтобы им легче жилось. Мне кажется, сказки в наше непростое время, ну, такая инъекция, очень правильная инъекция для общества. Слава, скажи, пожалуйста, павильонная съемка, сплошной хромакей. О, первый раз я могу сказать, я испугался, а сейчас понимаю, что, ну, это не первый опыт работы с хромакеем у меня, но первый раз в жизни я работаю с людьми хромакея, то есть люди в зеленых костюмах, мы их называем зеленые человечки, и вот с ними приходится играть, то есть это вымышленные персонажи этой сказки, там стрелки какие-то, стражники и так далее и тому подобное. Это необычно, необычно по причине того, что, ну, как бы нету профнавыка какого-то. Ну, очень интересно. Такая детская игра. Скажи, пожалуйста, будет, помимо того снятого материала, да, съемочных дней, будет огромный постпродакшн? Это компьютерная графика. Да. Когда я спросил, для чего столько зеленого, мне сказали люди, которые занимаются компьютерной графикой, я в этом сразу помечу, ничего не понимаю. Они сказали, что в этой картине графики примерно столько же, сколько самых больших таких историй голливудских, там, как «Гарри Поттер», «Властелин кольца», «Колец», я прошу прощения, и так далее, и тому подобное. То есть можно предполагать, да, что наши уже отечественные мастера освоили это непросто? Ну да, это совсем на поверхности, хочется этим уже заниматься. Тем более, это такая благодатная почва для фантазии, для какой-то актерской игры, для картинки, вообще, в принципе, для истории кино. Что, слава богу, что наши отечественные кинематографы уже поскорее бы к этому спокойно пришел. Вот сейчас какой-то такой всплеск, так неожиданно это появилось. Не знаю, что будет из этого, но графики много. Слав, ты по жизни такой веселый человек. Я? Кто вам сказал? Но. Правда, ты по жизни веселый человек, а здесь ты играешь, то есть... Я разный. Разный, скажу честно. Я и веселый, я и грустный, я и серьезный, я и абсурдный. Я по-разному, знаете, для разного свою маску, наверное, одеваю. Я просто к тому это спрашиваю, есть что поиграть, да? Есть, конечно, безусловно, есть. Он разный персонаж, и на протяжении всей истории, я не выдаю всех секретов, но этот персонаж единственный, наверное, во всей картине, я вообще, в принципе, за последнее время, я не припомню в
в нашем отечественном кино. Я играю сразу раз, два, три, четыре, пять ролей. Скажи, пожалуйста. Раз, два, три, четыре. Четыре роли я играю. Скажи, пожалуйста, дает режиссер поимпровизировать на площадке? Мне не остается шансов не давать. Да, дает. Я повторюсь, что она очень творческая и свежая, и креативная дама, скажем так. Девушка. И плюс это ее дебют, поэтому еще нету никаких стереотипов, нету клише, нету каких-то шаблонов. Она абсолютно в творчестве, в импровизации. И вся команда подобралась такая творческая и, ну, ужасно импровизационная. Поэтому да, импровизируем, что-то придумываем, что-то это. Но поскольку, опять же, повторюсь, достаточно жесткий график, и вообще в картине, и в принципе у персонажа у нас снимается очень-очень актерски сильная команда, это и Селезнёва, это и Грамматиков, это и Назаров, это и Вознесенский, это и Пегова Ира, это вот и конечно же Слава Манучаров. Вот, поэтому график у всех напряженный, дикий, поэтому времени мало остается на импровизацию, но вот, тем не менее, мы импровизируем. Славочка, спасибо большое, удачи. Спасибо. Последние съемочные дни, там небольшое количество осталось. Да, но все равно мы вместе. Да, мы вместе. Спасибо огромное, надеюсь, увидимся с вами на премьере. Пока.